В Сургуте горел частично расселенный жилой дом. Сигнал о пожаре в двухэтажном строении в поселке ПСО-34 поступил на пульт дежурного 23 сентября около 6:30 вечера. На место по повышенному уровню сложности выехали 11 единиц техники. С огнем на протяжении часа боролись 35 человек личного состава МЧС. Горела та часть дома, откуда людей уже переселили. Основной задачей брандмейстеров было не допустить перехода огня на жилую половину двухэтажки. С этой задачей удалось справиться. Пострадавших нет. Причины пожара установят дознаватели.